Добрый день, дорогие коллеги. Мы сегодняшнюю нашу встречу проводим в преддверии дня, который вот обозначен в нашем календаре как День защитника Отечества, и он же является выходным днем. Все это сделано ради того, чтобы, ну вот, показать, что вот нашим, ну, прежде всего, мужчины, так уж традиционно сложилось, тем более скоро будет 8 марта, надо как-то ж поделить лавры, да, так вот, лавры мужские – это в День защитника Отечества. Ну, вы же понимаете, что сегодня это не просто какой-то там, не знаю, очередной День защитника, да. Это важнейшая история, как показали последние дни, ну, становится достаточно, ну, нервозна та обстановка, которая есть. Но сегодня мы не будем говорить в каких-то ситуациях, вот, связанных с военными действиями. Мы просто сегодня сделаем, как мне кажется, ну вот, приятное нашим слушателям. Сегодня не будет никаких высоких материй о медицине. Ну, а для моего поколения это будет просто интересно, я убежден. Ну, а для молодежи, может быть, тоже кому-то это будет интересно. Вот вы посмотрите. В происхождении болезней, это данные Всемирной организации здравоохранения, 4 позиции определены. Оказывается, в происхождении болезней генетика и наследственность имеют значение 20%, внешняя среда, природные условия 20%, условия и образ жизни 50%, но здравоохранение всего 10%. И вот если посмотреть, вот где тут мужчина? Ну, то, что 50% это к мужчинам относится, это уж точно, потому что образ жизни мужчины все-таки, в отличие от образа жизни женщины, другой. И дело тут не только в злоупотреблении алкоголя. Но дело все-таки, ну, все посты занимают мужчины, ну, я уж не представляю, какая бы женщина выдержала вот последние дни вот этого конфликта, о котором сейчас весь мир говорит, какую нужно иметь вообще выдержку, нервную систему и здоровье, чтобы все это пережить. Но, тем не менее, 10% здравоохранения. И тут опять мы можем говорить о мужчинах, и мы можем говорить о женщинах. Вот вы же знаете по опыту, мужчина вообще любит лечиться или не очень? Но для него, чтобы лечиться, для него много чего нужно. Вот вы знаете, можно сравнить лекарство для мужчины с парфюмом для мужчины. Парфюм для мужчины, в отличие от женщины, это помазал и тут же начинает пахнуть. Не должно проходить 2-3 часа, потому что у женщины совсем другое. Она подушилась, и весь этот аромат развивается, когда она приходит на работу или на встречу. Как раз это все. Для мужчины нет. Быстро, немедленно. Ну, допустима нерегулярность применения. Мужчина не может. Ну, во всяком случае, тот, который занят, который работает, который зарабатывает деньги, у которого миллион проблем, ну, он пропускает все, как и парфюм в том числе. Для него важна скрытность применения. Это же не девушка, которая там открывает все свои манатки и начинает публично что-то такое показывать. У мужчины этого нет. Он где-то там аккуратненько. Но он должен понимать, что все, что он делает, все-таки, наверное, это должно быть как-то достойно мужчине. Ну вот, друг другу, может быть, они рассказывают мужчине, что я вот пью вот такое лекарство, его мне доставляют там через разные какие-то трудности и так далее, создавать, ну, вот такую вот обстановку, что все это действительно очень и очень дорого, современно, ну, может быть, даже рекламно. То же самое для лекарства.
Таких лекарств не так много, между прочим, которые быстрый и ощутимо наступил эффект. Однократно и забыть про все. Комбинация в одной таблетке. Надо, чтобы были таблетки какие-то, чтобы не стыдно было их пить, какой-нибудь там красного цвета. И форма таблетки имеет значение. Ну и, конечно, очень важно, когда сидят в бане и обсуждают лекарства, ну, нужно обязательно сказать, что ой, не, мое лекарство, технология очень и очень трудная, ну, чтобы показать вообще авторитетность всего подхода. Плюс еще масса вещей, которая для мужчин является принципиальной, потому что лекарство не должно быть обременительным. Сочетание с пищей, вопросов не должно быть, с алкоголем, с вождением автомобиля, спортом, с выполнением супружеских и не только каких-то других обязанностей. Вот когда все это вместе собирается, то, может быть, и становится понятным, что не всегда это легко для мужчины сделать. Может быть, поэтому мужчины редко лечатся. Ну тогда что им остается делать? Наверное, участвовать в наших программах, который называется «Консультанция». Нужно петь, нужно танцевать и искать радость жизни именно в этом. Трудно сегодня представить ситуацию, да, в этой нашей жизни, в которой вообще все очень тяжело. Ну и человек, словно в отместку, не существующий в представлении будущему, открывает в себе второе дыхание, радуясь каждому отпущенному дню. И тогда начинается песня, и тогда рождается танец. Поэтому наша сегодняшняя программа будет посвящена Международному дню Дню защитника Отечества и будет посвящена танцам и песням военных лет. Кто сказал, что надо бросить песни на войне? После боя сердце просит. Музыка вдвойне, ну вообще танцы. История далекая, далекая. Например, в Древнем Риме, когда воины ходили в походы, их жены и дети провожали защитников на войну ритуальными танцами. И согласно поверьям, такие танцы обладали особенной силой приносить удачу и гарантировали, что защитники вернутся домой с полученной победой. Ну, конечно, одним из самых ярчайших историй о танце, это были танцы, связанные с пережитой войной. Ветераны Великой Отечественной войны рассказывают, как в то суровое время, забывая об усталости, в перерывах между работой, там, сям, на фронте, на заводах, в окопах, где угодно, еще юные, измученные, голодные, устраивали концерты, после которых обязательно были танцы, любили вальс. Его ритмы словно вносили в другой мир, где царила атмосфера бала, было чувство защищенности и свободы, и чувство, наверное, какого-то веры в то, что все-таки все должно быть хорошо. Посмотрите воспоминания маршала Баграмяна. Именно в этот период войны я наблюдал явление неожиданное, и в то же время закономерное. У народа великана родилось в те дни много песен. Они были бодры, воспевали родину, воспитывали мужество, отвагу, боевую дружбу. Все то, что помогало преодолеть военности, трудности, которым не было числа. Вашу ручку, битта-дритта. Приготовьтесь, фрау-мадам. Я урок вам первый дам. Надо к небу поднять глаза и запрыгать, ну, как коза. Ну-ка, смелее, напрямик, с вашей фигурой это шик. Раньше так, потом вот так, да я плясать вас так. Продолжаем, энцвейдрей. Ну, ходите побыстрей. Донор Веттер, что за боль? На любимый на мозоль. Пляска такая нелегка, но зато моднее ха-пока. Раньше так, потом вот так, да я плясать вас так.
выдающиеся актеры. Тут вообще три великих, великих актера: Зоя Федорова, Пуговкин, и там еще в эпизодах Лебедев, актер ленинградского БДТ. Ну, это вообще вершина искусства. Вот такой вариант. Александр Васильевич Александров – это еще одна фигура, с которым связано очень много, с войной, с послевоенным временем. Это организатор и первый руководитель ансамбля, выдающийся хормейстер, дирижер, композитор, профессор Московской консерватории. Он создал новый коллектив. Это был первый коллектив ансамбля «Песни и пляски». Они гастролировали с огромным успехом не только по России, но по всему миру. Первое концертное выступление этого ансамбля датировано вот аж 1928 годом. В Центральном доме Красной Армии было всего 12 артистов, мужского вокального октета, двух танцоров, баяниста и чтеца. Ну а потом это выросло в грандиозный ансамбль. Этому рукоплескал весь мир. А вот в первые дни войны Александров создает произведение, которое, ну вот, выразило вот всю истинность масштабов бедствия. Песня «Священная война» на слова Лебедева-Кумача. Ну, эта песня поднимала народ на борьбу с фашистами. 26 июня хор и оркестр Краснознаменного ансамбля провожал на фронт бойцов Красной Армии, многократно исполняя «Священную войну» на Белорусском вокзале. А потом новый ансамбль, уже ансамбль Игоря Моисеева. Это вот мы уже застали, хотя я много раз видел и ансамбль Александрова, правда. Вы знаете о той трагедии, которая случилась с этим ансамблем. Его восстановили, но он, может быть, даже и круче, чем было. Ну и, конечно, ансамбль Игоря Моисеева, который показывал вообще настолько ярко и красочно нашу всю жизнь, ну, всю нашу жизнь. Ну и репертуар был огромнейший, концертная деятельность была колоссальная абсолютно. Ансамбль стал зарабатывать большие деньги. На собранные 1,5 миллиона рублей был построен танк. Это тоже еще. Мы много говорим о меценатстве среди великих врачей. Вот вчера мы это обсуждали, говоря о Захарине. Ну, вы посмотрите, наша великая музыка, великое творчество российское тоже вот способствовало, ну, и помогало войне не только своим искусством, но, пожалуйста, на собранные деньги купили. Следующий. «Свита» или «День на корабле» – одно из первых программных произведений в репертуаре ансамбля, которое было поставлено в 1943 году во Владивостоке, а завершилось постановкой «Яблочком», теперь уже широко известным матросским танцем. «Яблочко» – очень популярный танец среди матросов, он не требует много места, и поэтому его можно танцевать в ограниченных пространствах. Вопреки расхожему мнению, танец был изобретен не в России, а в Великобритании, уж потом перекочевал в нашу страну. А прообразом стал английский танец. А во времена Гражданской войны на территории Российской империи мелодия танца «Яблочко» получила текст, которым стали частушки, задача которых была повышение боевого духа солдат и моряков Красной Армии. Один из моих близких родственников,
оперировала Игоря Моисеева, руководителя этого танцевального коллектива. Ну, и вот знак благодарности. Он приглашал, ну, и меня в том числе, на спектакли. А один раз я был на репетиции вот ансамбля Моисеева. Ну, я вам хочу сказать, это тяжелейший физический труд. Актеры, танцовщики, танцовщицы, мужчины отдавались вообще полностью этому процессу. Это многократно менялось. Менялись тельняшки или там какие-то гимнастерки. Тяжелейшая история. А вот еще Аркадий Ефимович Обрант. Балетмейстер, работал во дворце пионера в Ленинграде. И во время блокады Ленинграда сформировал танцевальную группу. Вы вообще понимаете, блокада Ленинграда – это вообще такая страница тяжелой истории. И когда и голод, и холод, и разруха, и все, были все такие люди, которые понимали, что нужна какая-то, ну вот я не знаю, музыкальная, что ли, культура. И вот этот Аркадий Ефимович увидел это, почувствовал это и стал тренировать ребят. Ну вот, посмотрите, сначала у ребят танцевать в припятку не получалось, подняться не хватало сил, помогали партнерши, поднимая их за руку. Где только не танцевали эти молодые ребята. В палатках, куда привозили раненых, юные танцоры между яблочком и танцем татарских мальчиков оказывали помощь пострадавшим наряду с медицинским персоналом. Ночами без музыки и аплодисментов они выступали перед бойцами в избах. Где только они не выступали. Какой вообще потрясающий порыв. Какой патриотизм. И люди понимали, что чем-то они должны вот помочь. Помочь, конечно, для этого создано вот это великое искусство, в том числе и русское. Происходило. А теперь песня. Ну, вот я бы хотел два известных четверостишия. Одно принадлежит автору незабвенного Василия Теркина, Александру Твардовскому. Кто сказал, что надо бросить песни на войне? После боя сердце просит музыки вдвойне. А это Алексей Сурков, которому посвящено стихотворение Константина Симонова, автора тихой, проникновенной песни «Землянка». Помните, бьется в тесной печурке огонь, на поленях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. Период истории военной песни невозможно отделить от Марка Бернеса, известного актера кино и исполнителя. Дело в том, что именно Бернесу присуща абсолютно свойственная только ему, без возможности какого-то подражания, невероятный тембр голоса. Тембр голоса, вот эта лирика, с которой, да, это лицо, с которым он пел, это рукоплескали все залы и армейские любые подразделения. Невозможно представить, чтобы оркестр на 9 мая не исполнил бы хотя бы одну песню из репертуара Бернеса. Песни стали не только классиком жанра песенного, но и признаны как народные. И вот эта песня «Я люблю тебя, жизнь», мало кто ее уже считает, ну, в общем, произведением какого-то композитора, ее поела, пела вся страна. Но, к сожалению, сегодня в меньшей степени. Или с чего начинается родина? Или спят курганы темные. Люди моего поколения, которые видели Бернеса, эти песни знают практически наизусть. Давайте посмотрим. Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кровати тайком ты слезу утираешь.
вот, вы знаете, прошли годы, прошло много времени. А вот что сейчас вообще? У нас есть вот такие же бойцы, такие же бесстрашные люди, которые работают сегодня в медицине, которые работают рядом с нами, ну и которые, к сожалению, мы не смогли уговорить этого легендарного человека спеть. Но я могу сказать, что долгие годы дружбы с ним, вот многократно видел, как он поет. Но сегодня это совершенно удивительный человек, и небольшой сюжет о нем. Добрый день, уважаемые коллеги. Общество «Амбулаторный врач» продолжает подготовку к празднику Дню защитника Отечества. Вот уже как 2 года мы живем в новой реальности. Конечно же, я имею в виду пандемию новой коронавирусной инфекции. Одним из первых центров, построенных за кратчайшие сроки с нуля, был Московский клинический центр инфекционных болезней «Вороновская». И главное, находясь здесь в эпицентре борьбы с коронавирусной инфекцией, в канун Дня защитника Отечества меня не покидает уверенность в победе наших врачей и медицинских работников над нежелающим складывать свое оружие вирусом. Сегодня нам с вами удастся попасть внутрь, чтобы пообщаться с начальником этого центра, главным врачом клинической московской больницы имени Демихова, профессором, полковником медицинской службы в отставке Сергеем Николаевичем Переходовым. Здравствуйте, ваш послужной список сильно впечатляет. Вы закончили военно-медицинский факультет при Саратовском медицинском институте, стали главным хирургом военного госпиталя, затем стали главным хирургом Минобороны, возглавляли Московские многопрофильные больницы. Скажите, пожалуйста, чем отличаются военно-медицинские должности от гражданских? Ну, наверное, общность одна – это ответственность, большая ответственность. Я на самом деле в армии прошел достаточно большой путь, начиная от врача войскового звена, после окончания факультета, заканчивая должностью главного хирурга Министерства обороны, который назначается указом президента Российской Федерации. И, конечно, прослужив более 25 лет в вооруженных силах, я имел достаточно большой опыт организации медицинской помощи, прежде всего в экстремальных условиях. Я неоднократно участвовал в оказании помощи раненым в локальных военных конфликтах, при террористических актах и на Северном Кавказе, и в Москве, и в городах, где это все происходило. Вот поэтому, конечно, вот тот опыт уникальный, который был еще в армии накоплен, но он сегодня, в общем-то, применяется уже практически более 10 лет в гражданском здравоохранении. Я считаю, что то, что я получил в той жизни, в армейской, на сегодняшний момент, в общем-то, для меня очень важно и играет большую роль вот в сегодняшней моей жизни, потому что та жизнь, она как-то была немножко далеко вот сегодня, да, а сегодняшние реалии, они, в общем-то, как вы сами видите, напоминают такие боевые действия, да, на фоне вот пандемии, которая сегодня у нас уже бушует практически 2 года. Вот. Они, в общем-то, конечно, приводят к тому, что тот уникальный опыт, который был накоплен именно в армии, он сегодня используется в моей работе здесь. Ну, а ответственность, конечно, что в той жизни в армейской, что сегодня в гражданской жизни, она одна. В общем-то, она абсолютно одинакова. Этот без привлечения фантастический госпиталь был возведен за кратчайшие сроки. Скажите, как вам это удалось и как госпиталь функционирует уже вот 2 года? Ну, для меня было большой неожиданностью, когда мэром Москвы была поставлена задача в кратчайшие сроки. Вот. Здесь, кстати, было чистое поле, территория огромная, более 50 гектаров.
Вот. И как раз это происходило все в марте 2020 года, как раз вот как сейчас. На улице был снег, и мы когда приехали сюда, и мэром была поставлена задача за месяц построить и ввести в строй и наладить работу. В общем-то, для меня первоначально, конечно, задача казалась несколько невыполнимой, потому что, в общем-то, будучи главным хирургом Министерства обороны, мне приходилось выполнять серьезные задачи в локальных военных конфликтах по организации помощи. Но задачи такого уровня, задачи такой сложности пришлось столкнуться впервые. На самом деле, сегодня этот госпиталь, он совершенно уникален как по скорости строительства, за месяц он был построен, так и по организации лечебного процесса. Вот, поэтому сегодня это один из самых больших медицинских центров в России. Более 670 коек здесь. Огромный реанимационный фонд. Вот, и, конечно, когда мы приехали сюда, первоначально была задача, прежде всего, организации самого процесса. Поэтому с основной базы больницы имени Демихова вот, приехали со мной все мои заместители. В основном они все люди военные, прослужившие длительное время в армии. Вот мои коллеги. Вот, и вместе с ними мы начали этот процесс. Процесс параллельно строительству. Одновременно в общем-то, организовывался лечебный процесс. Набирались люди для работы, кстати, со всех регионов России. Вот, и сегодня, в общем-то, параллельно проходило обучение, и сегодня они, по большому счету, все являются достаточно высокого класса специалистами по организации не только помощи инфекционным пациентам, но и помощи хирургическим пациентам, потому что сама концепция автономности и отдаленности этого центра, в общем-то, 50 километров от Москвы, вдали от населенных пунктов, она подразумевала, конечно, развитие хирургической службы. Потому что ну, любая транспортировка пациента с хирургическими осложнениями ковида, она, конечно, утяжеляла состояние и приводила к летальному исходу. Поэтому мы изначально планировали организацию хирургической службы здесь, и сегодня она организована на высоком уровне. Сегодня мы оказываем любые виды специализированной помощи пациентам с ковид-инфекцией. Мы организовали выездные хирургические бригады на основной базе по всем направлениям, и при необходимости хирургическая бригада выезжает сюда, в течение часа значит, доезжает и непосредственно здесь в центре оказывает хирургическую помощь практически по всем направлениям. Это, я считаю, очень большое достижение и, в общем-то, ну, такой уникальный опыт мы сегодня имплантируем в общем-то, в другие ковид-центры, поэтому, в общем-то, и наш накопленный опыт в плане лечения ковид-инфекции не только пациентам средне-тяжелым, но и тяжелым в реанимационных отделениях, он сегодня используется во многих центрах, не только в Москве, но и в России. Строители совершили подвиг. Теперь слово за медиками. Хотел поблагодарить строительные организации, инженеров, прорабов, рабочих, которые вот своим героическим трудом, я не побоюсь этого слова, создали такие короткие этот сроки объект для того, чтобы обеспечить борьбу с коронавирусом, обеспечить здоровье и жизнь москвичей, граждан России. Спасибо всем. Ребята, ну что, мы поаплодируем или что мы сделаем? Ура! Ура! Это мы работали с этими плакатами. Хотим задать врачам. Сергей Николаевич. Это не ключ, но это более чем ключ. Это по такими лозунгами строители работали, понимая свою задачу, важность той работы, которую она проводит. Теперь слово за вами. Мы не подведем. А каким вы видите будущее этой клиники после окончания пандемии? Ну, я думаю, что будущее у нее хорошее, потому что, в принципе, сама система построения этого центра, она подразумевает автономность. То есть полное разделение потоков пациентов, которые сюда поступают, и их полная изоляция. Система мельцеровских боксов, где пациент находится, он заезжает в палату с улицы, совершенно не соприкасаясь с персоналом, а персонал заходит с помощью специальных карточек в палату, проводит какие-то диагностические или лечебные процедуры, потом выходит. Поэтому эта автономность, она как раз подразумевает развитие инфекционного центра автономного. И в принципе, когда закончится пандемия, здесь можно будет лечить
пациентов с любой инфекцией. Это может быть и различные респираторные инфекции, могут быть кишечные инфекции. Вот. И самое главное, что и хирургическая служба здесь, она уже есть. Вот, поэтому вот, я думаю, что будущее центра, оно достаточно хорошее и перспективное. Какие уроки, с вашей точки зрения, мы должны вынести из пандемии? Ну, прежде всего, то, что врачей стали уважать больше. Вот. И по большому счету мы это чувствуем, мы видим, потому что до начала пандемии, конечно, количество жалоб в большей степени необоснованных на врачебный персонал, на общий медицинский персонал, оно было просто огромным, катастрофическим. Но когда мы видим, что за последние два года реально людям помогают, и люди это видят, конечно, отношение сегодня мы чувствуем, оно изменилось в лучшую сторону, безусловно. Вот поэтому я считаю, что да. А уроки, ну, в общем-то, как любая пандемия, как любая война, а война, по большому счету, она сродни пандемии, она выносит не только отрицательные, но и позитивные моменты. Прежде всего, разработка новых методов лечения какой-то различной патологии, вот, разработка различных алгоритмов, подходов к лечению различной патологии. В общем-то, я считаю, что это, конечно, тоже очень позитивный, важный эффект в жизни, потому что любое движение вперед, любое развитие, научное в том числе, ну, в общем-то, хорошо сказывается на развитии нашего общества. Сергей Николаевич, спасибо. Большая честь с вами познакомиться. Мне тоже спасибо. Спасибо вам. Я хотел бы в заключении поздравить всех мужчин, как настоящий кадровый военный, полковник медицинской службы, с нашим праздником, Днем защитника Отечества, пожелать всем крепкого, доброго здоровья, благополучия и, конечно, чтобы не было войны. Всем мирного неба над головой. Спасибо. Ну, вы видите, что все можно и в мирное время совершать такие же подвиги. Но вернемся к военному времени, потому что песни военных лет – это отдельная глава в русской культуре и в советской культуре. Исаковский на музыку Матвея Блантера написал «Катюшу». Образ девушки, которая каждый день верила, ждала своего любимого, ушедшего на фронт. Ну, эта песня стала абсолютным социальным феноменом вне войны, говоря о том, что никакие внешние обстоятельства, ничто не истребительно не надломит любовь и надежду, живущую в сердце русского народа. Существует версия, что именем героини песни стало называться новое оружие на войне, которое приводило в ужас врага. Пели эту песню испанцы. Эта мелодия дошла и до Израиля, и Китая. В Италии песня известна под названием «Катарина» или же дуэт «Ветер», гимн партизан, родом из Италии, которые тоже боролись против фашизма. «Катюша» покорила весь мир и стала символом победы. Но на этом история не закончилась. Прошла война, пришла победа, и люди все равно поют эту песню и танцуют под нее. Мощнейший патриотический заряд несла эта песня. В годы войны все деятели искусства бросили свои силы на помощь фронту. Аркадий Райкин со своей бригадой, ну и, конечно, незабвенная Клавдия Ивановна Шульженко. Она отказалась уезжать из блокадного Ленинграда и в годы войны дала 500 концертов для жителей города, а ее синий платочек накрывал плечи, согревал души и вел на священный бой. Помню, как в памятный вечер падал платочек свой с плеч, как провожала и обещала синий платочек беречь. И пусть со мной нет сегодня любимой родной, знаю, с любовью ты и в голову прячешь платок дорогой. Которые, ну, были оторваны от семей, от любимых своих женщин.
они сходили, конечно, с ума, глядя на потрясающе красивую женщину, блондинку русую, такую русскую красавицу, и этот платочек, который она этой своей такой филигранной ручкой сбрасывала с плеч или поднимала, ну, приводила вообще в какой-то неописуемый восторг. Говорят, что даже какие-то атаки немцев в это время, когда пела Клавдия Ивановна Шульженко, они затормаживались. Ну, это, может быть, и легенда, но тем не менее. Еще одна история, связанная с Лидией Руслановой, которая исполняла народные русские песни. Ну и Леонид Утесов, который много чего сделали помимо своего искусства. Вы видите, Лидия Руслановна подарила Первому Белорусскому фронту 2 батареи «Катюш» и 14 ракетных установок. Да, и 2 боевых истребителя летчикам Первого Украинского фронта подарил Леонид Утесов в годы войны, выступавший с концертами перед советскими солдатами. Ну и вообще, понимаете, какая вообще фантастическая история нашей страны. И потрясающие люди. Вот это деятели, несмотря на то, что это были как бы деятели только культуры, но эта культура какая была вообще высокого патриотизма. И люди только думали о народе, люди думали о благополучии той страны, которую они воспевали в своих песнях, там, я не знаю, в своих произведениях. Случалось, что во время выступления артисты вместе с солдатами принимали огонь на себя актеры. Народная артистка Советского Союза Нина Сазонова, входившая в состав 10-й концертной фронтовой бригады Центрального театра Красной Армии, вспоминала, как во время концерта, прямо посреди песенного номера, который она исполняла с ее подругой Тосей Романовой, раздался крик «Все на землю!». Приближались немецкие бомбардировщики. На Сазоновой и Романовой были яркие сарафаны, хорошо заметные с воздуха. В тот раз солдаты закрыли их своими телами и спасли жизнь. Стою на полустаночке в цветастом полушалочке, а мимо пролетают поезда. А рельсы-то, как водится, у горизонта сходятся. Где же вы, мои весенние года? Где же вы, мои весенние года? Нина Ургант. Ну, к сожалению, недавно ушедшая огромная актриса, которая прославилась многочисленными театральными участниками, у которых она была. Ну и та знаменитая песня «Нам нужна одна победа» из фильма «Белорусский вокзал», который долго этот фильм не выпускали, видя там какое-то вообще отсутствие патриотизма и так далее, и так далее. Но говорят, что Булат Акуджава, который вот написал эту песню, она очень сильно понравилась руководству той страны. И, может быть, благодаря ему она вот повлияла на то, что этот блистательный фильм стал достоянием. Идея включить в фильм песню, написанную Акуджавой, принадлежала автору сценария Вадиму Трунину. Акуджава согласился участвовать в картине лишь после просмотра отснятых фрагментов. Позже он говорил, что его привлекла возможность писать окопную песню из тех, что на фронте пели. Задача была непростой. Песня должна была нести в себе основное смысловое наполнение эпилога, а потому в ней должны сочетаться трагический и победный накал. Я вам сейчас покажу этот фрагмент, когда Нина Ургант поет эту песню. К сожалению, ни одного актера из этого фильма сегодня в живых уже нет. От Курской орла война нас довела до самых вражеских ворот, такие, брат, дела. Когда-нибудь мы вспомним это и не поверится самим. А нынче нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилено. Сомнения прочь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон
десятый наш десантный батальон. Я вам хочу сказать, что вот, готовясь к сегодняшней встрече и наблюдая вот эту обстановку, которая складывается вокруг России, и вчерашнее совершенно невероятное выступление президента, ну вот как-то становится немножечко более понятным, что все-таки гражданскому человеку, наверное, не хватает военной подготовки. Поэтому создаются военные кафедры на разных учебных заведениях. А в нашем университете создан военно-медицинский центр. И вот с руководителем этого центра давайте посмотрим маленькую диалог. Добрый день, уважаемые коллеги. В канун Дня защитника Отечества я очень хотела вас познакомить с военным учебным центром при Московском государственном медико-стоматологическом университете имени Александра Ивановича Евдокимова. Здравия желаем, товарищ полковник! Мы находимся у начальника военного учебного центра при нашем университете, полковника медицинской службы, кандидата медицинских наук Виталий Николаевич Горюцкий. Виталий Николаевич, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, для чего в будущем врачам необходимо военное образование? Добрый день, коллеги. Вообще военная подготовка – это один из способов выполнения гражданином Российской Федерации своего конституционного долга по защите Отечества. И военная подготовка студентов – это уникальная возможность обучающемуся молодому человеку пройти обучение по военной подготовке, тем самым приобрести определенную военно-учетную специальность, и тем самым, пройдя учебный сбор, исполнить свой конституционный долг по защите Отечества с дальнейшим зачислением в запас на случай каких-то угроз. Что касается наших студентов, военных врачей, военных стоматологов, наличие военной подготовки позволяет им приобрести здесь определенные знания, навыки, умения, действия в чрезвычайных ситуациях, в том числе в условиях военного времени, организации оказания медицинской помощи в случае войны. Как говорил еще Николай Иванович Пирогов, на войне очень важна роль именно администрации, поскольку зачастую из-за просчетов, из-за ошибок администрации в оказании медицинской помощи эти ошибки стоят очень дорого. Скажите, какие задачи выполняет центр в структуре звена и как проходит обучение в нем? Вообще цель военного учебного центра – это именно реализация программ военной подготовки. Наш военный учебный центр реализует программы военной подготовки как офицеров кадра. То есть студенты по завершении обучения обязуются заключить с Министерством обороны контракт на прохождение военной службы, а Министерство обороны, в свою очередь, обязуется назначить их на воинские должности офицера и присвоить им первое офицерское звание лейтенант медицинской службы. Второй вид программы военной подготовки – это подготовка офицеров запаса. То есть студенты со второго либо с третьего курса обучения в нашем университете допускаются к освоению программы военной подготовки, пройдя определенный конкурсный отбор. И по истечении 2,5 лет подготовки у нас проходит учебный сбор, по завершении которого проводится итоговая аттестация, и при выпуске из университета им присваивается воинское звание, опять же, офицера, лейтенант медицинской службы запаса, и они зачисляются в запас как уже офицеры. Скажите, пожалуйста, чем отличается образование в стенах военного университета от гражданского? Когда я учился, да, тогда функционировали военно-медицинские институты в Томске, в Самаре, в Саратове и в Нижнем Новгороде. И модель подготовки в этих институтах, она, в принципе, похожа с той моделью подготовки, которая сейчас реализуется в наших военных учебных центрах. Но отличия есть, конечно. Там подготовку мы проходили буквально за 2 года, и тогда еще существовала такая система подготовки, как интернатура. Набор осуществлялся после прохождения обучения в университете
первых четырех курсов, и только после этого через военный комиссариат мы направлялись на поступление в военно-медицинский институт. Сейчас же подготовку офицеров кадра мы осуществляем с самого первого курса по целевому набору, места, для которые нам дает Министерство обороны Российской Федерации. И, как вы понимаете, подготовка она растянута на весь период обучения в университете. Но в целом модели они похожи, потому что все равно на первом курсе, на первых курсах студенты университета, нашего университета, они все-таки осваивают в первую очередь те дисциплины, которые определены образовательным стандартом, и уже впоследствии приходят к нам для освоения военных дисциплин. В нынешнем году нашему университету исполняется 100 лет. Что бы вы могли пожелать студентам-медикам и врачам в канун этого юбилея и праздника Дня защитника Отечества? Ну, конечно, это большой праздник, круглая дата. Всем, конечно, наше такое сложное, тяжелое время богатырского здоровья, воли к победе, как говорится, вот. Настойчивость в достижении цели студентам – это особенно для достижения, для освоения своей новой будущей профессии. Вот. Преподавателям терпение, конечно же. Вот. Ну и всего самого наилучшего. Вы знаете, ну вот мы, готовя сегодняшнюю нашу встречу с вами, ну вот хотели, с одной стороны, вот поздравить всех с этим праздником величайшим, с другой стороны, вспомнить нашу вот советскую культуру необыкновенную, песни и танцы, которые помогали решать многие проблемы в самые трудные времена. И вы знаете, самым главным, вот, чем бы я хотел сегодня совершить эту встречу, является то, что современные композиторы, даже те, которые, ну, пишут симфоническую музыку, пишут классику, они все-таки обращаются к теме военных лет и популяризируют вот те песни, ну, которые как бы вот похожи, что ли, на песни военных лет. С одной из такой песни я сейчас завершу нашу встречу. Еще раз всех с этим огромным праздником. Дай Бог вам всем здоровья, терпения, удачи. Все у нас получится. А теперь эта песня, которую давайте дослушаем до конца. Мне она очень нравится.